Еще один подписчик. Это радует. Интересно, будет ли их больше 100 к концу марафона? У нас 46 зрителей тем временем. 46? Вообще для часа дня это, по-моему, уникальный показатель. Ну так какие? Мы же анонсировали это мероприятие. Ребят, вы подумайте еще раз. 12 часов. 12 часов ужаса. Да нет, почему? Я думаю, будет весело. Опять этот дебют, да? С этим мужиком. Так, ну и, наверное, через 15 будем сворачивать минутки, да? И давайте делать какие-то паузы между. Да не, пока мне пока и без пауз хорошо так. F4 через F4. Да, он вообще умственно отсталый. Недоразвитый. Нет, неправда. Ты закончил школу? Конечно. В каком году? В 13-м, в 14-м, в 14-м. Я не помню. Если бы ты знал, что я делал в 14-м году. Профессиональный прогноз на Хорватию и Португалию. Блин, ну конечно, хорваты гораздо сильнее. Но это... Поэтому ты взял Роналду фэнтези. Да, поэтому я взял Роналду фэнтези. Гениально! Нет, я буду болеть за хорват. Очень привлекательная сборная. Крутой состав. Не, ну конечно, как можно не болеть за хорватов? Хорваты очень... Видели их матчи вообще? Хорваты очень сильные. Единственное объяснение, почему можно не болеть за хорватов, это если вы болеете за исландцев, как я. Или за Криштиану Роналду, в частности. Не, ну... Вот, если вы болеете не за команду, а за Криштиану Роналду, у вас что-то не в порядке с головой, поэтому... Нет, Криш очень хороший футболист. Великий. Как можно болеть за него? Ну, я не знаю, он очень харизматичный. И что это? И что дальше? Он очень хорошо играет. Болеет за сборную, а не за Роналду. Ну, скажем, не вот... за Месси. Нет, скажем... Играл бы, например, вот португальцам, например, условных, там, я не знаю, итальянцев. Итальянцы мне вообще не нравятся. Ну, это антифутбол. То есть, да, он дает результат. Поэтому ты болел за Атлетико всю Лигу Чемпионов, нет, да? Я болел за Атлетико и конкретно в финале, потому что ребята заслужили. Действительно, это очень обидно. Я вот их вот прекрасно понимаю. Сильно обидно. Ну, а насчет Роналду, это ну, сумасшедший футболист. Ну... Гол, который он забил, это на все времена. А на самом деле, да, я думаю, чемпионами все-таки будут немцы. Немцы? Ну да. Не. Не, какие немцы? Чемпионами будет тот, кто пройдет через легкую сетку. Хорваты или бельгийцы, вот я не знаю, кто-то из них. Хорватам уже может сильно не повезти, если... Один молодой человек из Португалии выскажет. Так не, ну если может не повезти, значит тогда по португальцы, если не повезет. А так. Кстати... Ты думаешь, что-то выскажет, потому что, ну, у Роналду есть все-таки особенность, что сильными соперниками разбивается тяжелее. Ну, посмотрим. В любом случае от него. Ой, коня поймали, да? А, нет, слон есть. В любом случае от него всегда стоит ждать вот таких вот. Я не жданчиков, так скажем. Ладья, конечно, на бутыре ужасного рулю. У меня одной клетки, смотри. Что все остальное было хорошо. Да нет, почему? Почему не верим? Португалия хорошая сборная. Отличная сборная Португалия, но... Чего-то им вот никогда не везет, я не понимаю. Ой, это почти мат. В общем, Платон снесет мне флаг, и это будет первое, я думаю. Заслуженная баранка. У тебя аж один такой план? Нет никакого плана уже. Так, у тебя собаки там, заткни их как-то. Ничего не могу сделать с ними. Кинем доширак. За 500? За 500, да. Доширак в Швейцарии стоит 500 рублей, ребят. Ты повязался к одной моей фразе, и теперь будешь повторять этот раз. Да, всю жизнь. Самый премиум доширак стоит 500, да. Платон успешно стрес мне флаг. Поздравляю Платона. Платон сильный. Да, вот ты кидаешь общий вызов, и тут неизбежно ты нагрёшься на кого-то из наших. Ну, вот, например, сейчас. Нет, просто не в этот раз. Футбольные рассуждения самые малые. Да даже не самые малые. Я вообще в последнее время склоняюсь к тому, что шахматы гораздо интереснее, чем футбол. Ну, в плане, как минимум, просмотра.
не шахмат, а близ. Потому Ну что классик да. как-то неинтереснее, чем Классика. футбол. Классика, да. Что я шахматист, но. Слушай, тут уже матом пахнет. Такой рентген у тебя бешеный. Да, только коня бы. Ну смотри, вот уже на ферзя напали. Нет, есть такой отскок? Нет, конь f7. Конь f7 убило. По крайней мере, да, блиц с сильными шахматистами интересно смотреть. Матильда Ивановна на d6. Да, и мы же, кстати, ждем желающих участвовать в марафоне. Если кто-то из вас хочет попробовать свою силу в качестве комментатора и хочет дать отдохнуть нашим комментаторам, тогда мы с удовольствием добавим вас в чат. Кирилл, прошло 48 минут, ты уже устал. Нет, я еще не устал. Почему он не хочет играть? А, мы слишком страшны, видимо. Нет, мы ждем Артема. Во-первых, у нас будет, напоминаю, что у нас будет многоборье по всем видам шахматам. Шахмат. Всем, а потом. То есть какие у нас будут? Атомные, Crazy House. Crazy House и Орда? И Орда, да. Я не соображаю ни в одном из этих видов, то есть совершенно не понимаю, что происходит. Нет, в Crazy ты... Поэтому играть будешь ты. Я могу в Crazy House и в Орду. В Орду неплохо. Да нет, вроде мы ничего не соображаем, Артем мне уже рассказал об этом. Вот видишь, ты готовился к марафону. Конечно, готовился, потому что завел нам ник на личесть. Нет, насчет этих вариантов уже давно все, к сожалению, обсудили. И, к счастью, не знаю. Слон, как играть? Все шульмат? Да. Ладья d6, ой, ладья e6 закончена. Артем, да, силен, он вообще ходит там на личесе в топ-10 в списке этих там гонки королей какой-нибудь. Он во все кроме шахмат. Да, во все кроме нормальных шахмат. Машина. Так, мы уже... Так, ну тебе время сколько? 260 за это время? Как-то очень слабенько, если честно. Ну помнишь, как-то Вова 1000 пунктов за час поднимал. Вова там в турнирах играл. Да, Даня Паньков негодует. Хочет сыграть. Упыри, да, давай следующую партию с Даней. Хорошо, хорошо. Это будет уже третий. Ческом опасен для детей, не заслуживает доверия. Что? Почитай чат. А, ну. Ну да, наверное. Ну... Нет, кстати, у Ческома есть, насколько я помню, есть раздел, который называется Chess Kid. И он специально рассчитан для детей. Что они там делают? Да. Им там дают игрушечный вертолетик, они там... Как это происходит? Я не знаю. После Солнца 4 мы да, оставались без коня. А нет, там какой-нибудь... А, да, пункт Б3. Боюсь, что да. Пункт Б3 тоже проседал. Слона побьет. Не хочет ничего бить. Слон d5 поставь уже. И форточку, форточку. Обязательно форточку. Так и кидайте вызов, в чем проблема? А, это Никита Романовский. Никита, с тобой уже бились. Не раз, эти два. Да, да, да. Не ческом, а ru.ческом. А какая разница? Есть какое-то отличие от этого? Слушай, ну тебе флаг что ли снесут? Да, на ческоме американцы, а на ру-ческоме, видимо, не американцы. Сильно. За пешкой. Ну все, 3 лишних, я думаю, проблем не должно быть. Все поплотнее, да? Снизу зашел. Зевнул пешку. Чужим, как плохо играете, фульку. Снес все-таки. Нет, не снес. Нет, снес, но не я.